Добрый день, дорогие друзья, буду здесь у вас сплетен. Sunt în direct, am fost am votat împreună cu Moldovei noștri, suntem în direct. Slava de tăț acasă. Renat, uite-mi bă! Renat, Да, да, конечно. Кто-нибудь меня сфоткайте, только нормально. Подальше. Отойдите, кто-нибудь. Ну, субъеди Молдовать, да? А? На майке. Стой. А камерин с преамбассадом уж. Все, спасибо. Серьез, пошли. Опа. Значит, я проголосовал за Молдову без коррупции, за Молдову без главного преступника, который ей сегодня руководит. Значит, голосование в Москве на участках проходит спокойно. Есть два участка, которые находятся на расстоянии 50 метров друг от друга, поэтому люди фактически, чтобы не стать в очереди в посольстве, могут подойти на соседний избирательный участок. Не, ласкиваться. Кюбетка еще мои скрива нужные комментарии. Ше. Астая ситуация. Дичь. Ам пост мартур перецель десу челезари. Саускрис моему ту лухур. Чесини ди фалсификерли. Харидежа он че путь. Димнязя Республика Молдова. Банул укряза интернету. Банул укряза. Бади коннектязы, энергия, электричтати, да, ше, Видемка, Лохотнюк, держа фальшу комбинации. Да, Ротконоштри, это Сентема еще Лантерсектор, Рождественска, Кузнецкий мост, Униеса Маймулс, Четатень, Дианоштри, Карел, Ботат, кто держал? Ренату! 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 Сутакасу треба семержиться в отац. Те, кто находится дома, пожалуйста, берите своих друзей, родственников, выходите голосовать, потому что только вместе мы сможем победить правящий режим. Победа! Поэтому и те, кто находится... Победа! Те, кто победа! Союза, победа! Ребусы, победа! 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 Победа!